четверг, 17 июня, в Славутичи заработал центр вакцинации. С самого утра там уже были славутчане. В первый час сделали вакцины 30 человек. Больших очередей нет, от 10 до 15 человек, в зависимости от времени суток. Мне кажется, днем будет совсем мало. Напомню, что центр расположен в Доме культуры и энергии, работает с 9:00 до 20:00. Причем будет работать и в пятницу, и в суботу. Наш центр входить в п'ятірку центрів, які відкриті в Київській області. Сьогодні перший день, робота розпочата нормально, люди почули, люди йдуть, люди вакцинуються. Ну, за годину практично 30 чоловік вже вакциновано. Центр цей буде працювати в нас поки що 3 дні, з 9 години ранку до 8 години вечора. Організовано процес згідно інфекційного контролю, люди не пересікаються, заходять, реєструються, як ви бачите, робиться вакцинація, і людина чекає півгодини, і далі вже, і дивимося на реакцію, якщо реакції немає, людину відправляємо вже по своїм справам. Наступна друга доза буде приблизно через 28 днів. В центре побывал мэр города Фомичев. Все проходило достаточно быстро. Мы поинтересовались у тех, кто уже вакцинировался, было больно или нет, и насколько долго пришлось ждать. Больно или нет? Нет, не больно. Нет. А сколько вы примерно прождали, прежде чем вас уколоть? Сколько вы в очереди были примерно? Может, полчаса, около получаса. Да. Меньше. Может быть. А тоже не больно? Блин, 15. Да нет, какие там больно, вы что, нормально все. Безболезненно. Это надо себя сохранять и заботиться о своем здоровье самому. Не ждать, пока тебя привезут. Итак, центр вакцинации в Славутичи ждет вас с 9:00 до 20:00 в Доме культуры «Энергия». Четверг, пятница.